Брянске построен большой молочный комбинат. Много таких предприятий вырастет в ближайшие годы. Недалеко время, когда Советский Союз значительно превзойдет Соединенные Штаты Америки и по производству молока, и масла на душу населения. К концу семилетия наша страна ежегодно будет получать молока почти в два раза больше, чем сейчас. Хватит и для выработки масла, и для сыра, и для мороженого, для всего.